Первый номера вперед пройдите, чтобы раз, раз, удар. Раз, раз, удар. Это работаем не спеша. Сейчас используем ту же самую ударную технику, но только с боковым ударом. Закончили. И 9. И 10. Поменяли положение. И раз. И два. И три. И 4. Мне пришлось точно таким же образом овладеть определенными навыками, как самообороны, так и владением холодным оружием, которое именуется фланкировкой, для того, чтобы приобщать людей к вековым традициям как русского казачества, так и православной культуры, которая незыблемо является основой всего того, что мы называем Русью Святой.